Так, и сегодня мы против Терана уже играем. Три барака. Три барака. То есть сделаем колоссов. И одного дизраптора. Один дизраптор просто против трех бараков может чудеса натворить. Правильно запозиционировать апсервера где-нибудь вот тут. И одного такого на дропчике. И против трех бараков мы не спешим выходить с базы. Наоборот, лучше немножечко делаем пару гейтов. Твайлайт фаржу.
Сейчас самое главное уловить вот этих ребят, смотрите, и на хай-граунд их поймать, когда они только-только подниматься будут. Он сейчас их не контролирует, пока они не дошли. То есть они где-то вот здесь. Все, половина ребят отвалилась. Можно ставить Nexus. Вот это плохо. Ой, какой недоконтроль с моей стороны. Давайте тогда в этих играть. Два апгрейда и больше дизрапторов. Тогда я не делаю апгрейд на колоссов. Колосс так будет. Наш защитничек третий. Попробуем через дизрапторов его переиграть. Ой, переиграли! Где-то здесь будет ставить третью, по-любому. Сталкеры у нас будут разведывать, что происходит. Не говорите мне, что он опять сейчас попадется. Так, стоп, он контролит. Он контролит. Ой, чуть-чуть не доконтролил. Западня сзади. Помни,
Так, немножко перестраховочка. То он до сих пор с двух бас? Я говорю, вот это стебно, что Терренс двух бас может против процесса вот 10 минут вообще нормально существовать. Ой, как архонтики сбоку флангом зашли вообще просто. Просто по чернухе. Ух, а там третья есть или это четвертая? А, да, тут есть третья, ладно тогда. Тогда я беру свои слова назад. Ух, GG.